Всем привет! Нефтплановое видео, видеоблогер 100 блогеров. Мы с Дашей гуляем, нас лимануло. Сейчас уже успокоилась. Вообще нефтплановое видеоблогер 100 блог. О, господи, как льёт! Тик-ток. Как капает, просто, смотрите, как капает. Я, кажется, там таджиков засняла. Господи! Да. Мы сейчас все сдохнем, просто. Господи! Да плевать, он в чехле. Он не пострадает, сам он динамик закрыт и все. Мы сейчас слушали Деспаса и то. Ай, что она зацепилась. Я нашел любовь, а потерял нее. Ливанула знатно. Когда гроза была. Мы только телефон доставим, там как громыхнет. Как свернет. Да, я помню. Льет, льет, льет. У вас, наверное, уже все плывет перед глазами, то, что я на качелях катаюсь. Как льет? Плевать, волосы будут крепче. Господи. Фотки под дождем самое лучшее. Сейчас пофоткаюсь под дождем. Фоткается он, где называется. У нас ливануло. Даша просто расчесывает. Да. Ой, я не знаю, видно? Я думаю, будет свет. О, смотри. Видно, видно, видно. Ага. Охренеть. Погулять называется. С Москвы, блин, все пришло. Вон Даша. Да, вот наша красотка. Мне сразу в голове да. Песня А4, детка. Ой, детка. Девочка-красотка тоже популярна. Ну ладно, да это. Да. Ливанула, конечно. Ну, походу, сюда идут. Ну и по. Заставили работать. Мы в рабстве. Да. Чуть 30 августа нет. Мы около школы сидим. Вот. И как мне телефон лагает. Нас заставили, короче, работать. Или Викторовна вышла, сказала, сейчас придет Вероникин папа, и мы, то есть, будем помогать. Камеры. Да. Где она? Куда она делась? Нас бросила Елена Викторовна. Смотрим. Она, короче, с учителями разговаривает там. Она сплетничает с учителями другими. Однако всем хороший день. Да ничего, у меня такой голос грубый. Сейчас пойдем смотреть школу. Патрик! Что-то да. Телефон лагает. Это я не знаю просто, что тут. Здорово, мы сейчас едем отмечать. Да, мы едем в город, ура! Конец-то! Мы родители ждали 30 лет. Да, моя дом сидит. Она даже отпустила меня с никого не напомнила. Ну, у тебя санечек, в принципе. Ну, у меня санечек. У тебя сейчас с собой 50? А, 25. А мне как? У меня же наличка. Такая крупная наличка. Крупная наличка? Да. Тебя, жалко тебя как? Ну-ка, сейчас поищу. Даш. Че? 77-я скоро? Да. Я возьму как удивляю. Давай, какая тень пошла. Ну и не пропали. Без вас.
за газетой ходили бабушки старые. Ой, прости. Ой, все избили. Так как я только как мне понести бумбокс и чё? Да, ладно, его хвануться не уронить. Да. О, счастье-то какое. Ой. Я наушники с собой на всякий случай взяла. Я тоже. Будем ли психа слушать, я там такой пап проехал. А у меня никто не проедет. Мне может теперь не бояться. Мне тоже можно не бояться, потому что меня мама отпустила как бы. Папа даже не знает, не звонил. Маша, Даша такая идет, видит, какая-то девушка нагинается за какой-то монетой. Я серьезно, я слышала. Я поняла, что это ты, но я не поняла, что это ты. Да. Ясно? Да, ясно. Пойду фоткаться на Snapchat. Машинки. Ой, тоже спицы фоткаются? Нет, я не фоткаюсь. Мы не уезжали. А-а-а. Нет, стоп. Мы уже в городе. Ура. Сейчас будем маме звонить. Да, звоним. Давай. Мы в городе, ура. Люди, сейчас мы будем включать колонку. Ура! Арси! Бивный офис мани, так Гуччи продакал. Май шуку дэдди. И лав ми. О, уже премьер виден. Аннеке. Я снимаю! Классно, да, Даш? А мы в барсе, около барса. Да, Маша, вот бар. Тебе достаточно? Нет. Я у тебя все время буду кидать. Развязалась. Так, стоп. Че? А, мне показалось. Мне показалось. Ай, я забыла, что это песня. Михнули тебе. Подожди, да я завяжу этот, как это называется, шнурок. Слушайте, ребят, мы сейчас лошадок и мы встретили моего папу, мы проехали, меня на слёд навели. Олимпийца. Сейчас будем фоткаться. Мы в премьере. Мы вам повеселились. Ой, мне хорошо, что мы все, потому что вот прям вообще и ноги устали. У тебя такой взгляд нехидный, знаешь? И чё уже? На кращем месте. Фоткаемся. Да, это не очень будет сейчас.
Давай. Фотка. Улыбаться даже не получается. Устала, Дашка. За весь день все, Санька еще. Я не знаю, что мне поделать. Что обычно делать в городе надо? Все гуляют, а я с кем не поеду, мне скучно было. Ну, в прошлом году тебе не было скучно. Ну, мы там в кино пошли. Ой, не получилось. Это сейчас это играет. Он что, у меня стужа? То, что я плакала. И вот с глазами. Видишь, у меня тоже чуть-чуть такая светлая. На вот здесь. Здесь то, что плакала. А плакала я, потому что я встретила папу, увидела. Счастье полное, просто и полное счастье. Ой, все полное, что ли? Да, безусловно. Вот отсюда давай. Так надо. Ой. Это знак того, что не надо. Ой, Даша. Ну что, ты? Я там говорила, ладно, сохраняй, там получилось. Да. Она хочет повыпендриваться. Сабрина и Ангелина, завидуйте мы. Ой. А завидуйте, у нас хотя бы родители знают, что мы это поехали. Мы в Ашане. Да. Маша случайно показывает. Маша покажет видео маме. Теперь Даша такое все видео матерился. Но я там обрежу. Я больше на YouTube собирался отдать. А, на YouTube туда веселиться надо. Туда веселиться надо. Да, да, да. О, часть раскупилась, да? Да. Я думаю, нет. Что вам не купить? Что Даша купить? Ой, давай в инстаграмчик таким. Вот так ножки у нас такие, типа. Что это? Просто у меня такое белое, а у тебя просто это, чуть-чуть так это. А это цвет такой, они не должны быть белые. Да? Да. Нет, я имею в виду какие-то такие темненькие, то ли непонятно. Просто по сравнению со мной белый такой прям. Также мои носочки. Какие у нас кроссовки. Давай в инстаграм выложим. Окей, давай. Она, я думала, твой. Она мой. Я могу сейчас сфоткать как бы это. Тут покупали мои брюки. Можно сюда телефон поставить и пофоткать. Вот так. Да, бутылка быстрее упадет. Фоткать сейчас будет. Более-менее мы пофоткаем. Как-то. Чей, фиг знает как-то. Что скажете на этот счет, Дарья? Ничего. Ой. Такой комментарий от Даши. Да. Мы выдумываем, пойти в следующий магазин или как? Пока магазин это подсветит. Зато дойдем. Позвонить маме, купить там что-нибудь просто. Девочки. Вот такая ситуация на перчике. Тебе приятно перчик. А что-то ваша, они тебе не подаются, да? Мы не смотрели, но мама сказала пойти в бар. Вот такая вода. Вот, смотрите, Даша. Ты что будешь правильно такой? Не знаю, я не знаю. Короче, мы идем сейчас в бар. Эй. Я замерзла. У тебя музыку будет включать на колонке. Может, не надо? Здесь нет, мы не будем, на улице будем. Мы пойдем.
мы идем в Бабс. Я что-то ожидала, что будет все намного лучше. Да ладно, все хорошо. И я тебе прошучу, сейчас глаза закрой. И тихонечко так. Прёмся далеко. Вот эти видео попадут. Даже не одна, даже если все ложь, так будет не всегда. Нежная. Потом покажу. Нежная. Мою руку возьми, чтобы вместе упасть. Так хочу дышать. Не могу без тебя. Не могу. Остановись. Подожди сейчас. Короче, мы сейчас с Дашей уже поедем домой. Все. Да, Даш, мы домой поедем сейчас. Домой! Тихо, спокойно. Не соблазняй никого. А то подходишь какого-нибудь араба. Нет, спасибо. А мы уже дома. У меня башка не расчесана. И что у меня тут? Она поет He Love Me. Я бою очень He Love Me. Ой, господи. Мы дома, ура, завтра 1 сентября, нет. Я не рада, что завтра 1 сентября. Я рада, что мы дома, а не 1 сентября. Я завтра буду делать прическу, плойку. Я либо пойду так же, только... Либо я все-таки пойду с распущенной, но передние прядки я сделаю волнистыми. Я тоже хотела, но у меня и так передние прядки. Я плойку буду делать впервые, я, кстати, плойки буду работать. А я сама никогда не делала. Мне делали, но я сама никогда не делала, честно. Я делала. Ну как, волосы сожгла? Не сожгла, не дрябы били там. Ну давай сделаем завтра. Да, придем такие одинаковые. Ага, в юбочках. Ну, а завтра к часу, мы там успеем уже. Ой, Таджик прям так устал. Хорошо, мы отмечаем последний день лета. Я не буду это вырезать. А я пойду. О, у нас в пятницу, короче, будет две алгебры, русская литература, химия, английский, финансовая грамотность. Вы будете сидеть вместе. Я попрошу Катьку, я умоляю, я ей буду клясться, что я выучу ее английский. Какого? На меня капало что-то. А мне пофиг. Такие тучи прям. У меня не передавалось дождь, кстати. Тоже, но на меня прям на руку что-то капало. Тебе показалось, я тоже не раскапывала. Раз уже два раза капало, значит я не А у меня расческа есть. Короче, классно, мы с ним побыли. Ура! Хоть и были без настроения, но было. Я даже поплакать успела. А я в душе тоже. Из-за того, что, блин, 50 рублей просрали. А я 25. Нет, всего считай 50. Вот теперь что-то капнуло, я увидела. Теперь на меня что-то капнуло. Эй! Что, домой или как? Ну, если сильно, мне кажется, посмотрим. Если хотим, да, то можно. В следующий раз мы поедем в кино Виктор Плазу. Да, на следующий 31 августа. Да? 1 сентября. Завтра поедем. О, вон от твой дыры. Также это, который будет у нас среда. Как же ты материться жестко. Ну, очень. Ну, чё? Я уже вижу. Я тоже чувствую, я жестко чувствую. Что ты начала говорить про среду? Я ничего не начала говорить. Ты начала говорить, потом я тебя случайно перебила. Да я уже не помню. Я перебила. Трэш! А, что ты говорил про мой ДР, и что-то ДР, который в среду, это ко мне пофиг. Отпросимся, скажем, можете заключить. Да, кино. И класс, который в этот день тоже поехал в кино. А мы такие, ой. Ой. Это не мы. Мы на последний ряд, до свидания. На каком ряду мы сидим? Ой, забыла. Мы идем. А, на меня капнуло. Не хочу в школу. А у меня такое езжало, я хочу на химию. Сгорело. Таджики, которые... Почему они матерятся сколько угодно?
угодно, я не хочу. Яха, мне интересно, что будет на химии, если ты сдашь, как обычно. Ага, и она посадит рано. У нас Юлька завтра всех рассадит. Не дай бог, господи. Ну это же Юля Викторовна. Она в прошлом году не рассадила, не надо. Ну там 2 недели. Там. Ну как 2? Она от нас так не отказалась. Обидно. Я хотела, чтобы у нас другой стал классухой. Но не, она явно не Юля Викторовна. Нет. О, блин. Как же не повезло. Нам, да? Да. Мы терпелась, папа. На химии буду самой красивой. Как будто я... Ях, очень интересно, что будет на хине. Мы умрем или нет? Мы умрем. Нет, это просто... Просто писать что-то. Мне интересно, мне очень интересно. На этих стульях кататься. Кататься? А, точно, что ли там поставили такие? Все, уже прокапало, да? Нет, ничего не капает. Прокапает? Прокапал. Поплакал. Прокапал. Ай, мне капало. А? Прям на лоб. Очень бы красиво. Здоровайся. Кто с кем? Здоровайся. С кем? А, ой. Ой, а я уже это... Не успела. Я тебе никогда не смотрела. Hello. Я вообще не лично. Мне играть женского. Музыка громче глаз. Ой. Музыка закрыта. Это нам. Музыка громче глаза закрыта. Только Маша не боится опозориться и наорет на всю улицу. Папа! Блин, жалко, он не услышал. Ага, мне кажется, там бы уже все Маши. Краска бы слетела с машины. В следующий раз я громче заору. Даша оглохнет на этот раз, если в следующий раз. Я сегодня уже оглохну. Этот день самый лучший был. Я очень рада была увидеть папу. Ой, он синей начал. А он что, пройдет? Ага, ты видишь, как я одета? А я раздета, ой. По-моему, у меня полвидео там вырежется нахрен. Ай, капает. Капает. Но мне еще ни разу не капнуло. На меня уже, ой, опять. Придихло, я тебе говорю. Наверное, где-то на твой дом поливает. А мне еще ни разу не капнуло. На меня уже сколько раз не капнуло. Господи, серьезно. Даша, в следующий раз, пожалуйста, не оглохни, если я увижу папу. О, капнуло. А, все, Даш, дождь закончился. Серьезно? Яснеет, ура! Даша просто хорошо. Да. А Даша вчера плакала. Я хочу, чтобы на этот раз, вот, если еще раз он услышал мой зов его. Если ты рядом пройдешь, не надо. Даша, прости, не оглох ты, пожалуйста. Я... Колонку держи в руках, колонку держи. К уху. Как мне повезло просто. Мне самой просто, Даша, Маш, ты чего, да, Даша? Маш, который прям ревет, не может. Я думала, ты задыхаешься, такая Маша. Умирай. Я просто очень папу люблю, я давно его не видела. Ух, а я-то когда уже его не видела. Жалко, мы не сняли на это видео. Ой. Все. Я твою голову я тут. Нет. А ты вообще не хочешь. Ну нормально, потому что. Все хорошо. У меня волосы выветриваются очень быстро. А у меня нормально. Ну, кстати, тоже видно, что у меня очень сложно. Ну, да. Я всем буду мыть голову. Ряба впервые катался на этих качелях вчера. Да хоть перекатайся,
Я вчера из этой горки. Четверо. Я так себе сижу, но они оказались сильнее. Потрой. Ваня, как ему, если у него же девушка есть? Изменяет котенку. Зайчику. Типа, охранять, если он их снимет, значит, он изменил. Как он в душ ходит? Ой! Я знаю, такой прикол, что раньше с лямками делали, а ты кому изменяешь? Не изменяю, я просто вешу, мне нравится. Это женщина. Только есть такие следы на руках. Ладно, ребят, встретимся попозже, а пока что мы с Дашей прощаемся. Спасибо, с Дашей прощаемся. Давайте. Встретимся позже. Вот, походу, 1 сентября я уже бегу к Даше, потому что у нас скоро линейка. В час. А сейчас уже без 20, точнее, без 15 час. Я сейчас бегу к Даше. Но я бежать не могу, у меня прическа. Вот я с Дашей сейчас встретимся. 1 сентября. Господи. Губ накрасил, тушью, серьги. Все готово. Я вот так одета, ребята. 1 сентября. Нет, не хочу. У нас завтра химия, мы расписали. О, Даша. Даша без пакетов. Я сказала, тут холодно. Привет. Всем привет. Пошли. Я сказала, холодно. Тебе еще полчаса так стоять. Я забыла. Не полчаса, а целый час. Зато мы последние, зато мы никуда не торопимся. Да, мы беленькие такие. А, ты интересная, да? Да, лучше бы я...